Опять, да. Прирожденный лох. Ты вообще молчи, понял? Сколько ты денег слил, я столько близко не слил. Да. А ты в курсе, что у жены КП есть шуба, у меня нет? Ну, она ворованная. Ну, она есть. Ну, блин, я честный человек. А я типа нет. Ты типа да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, госпожа Очевидность. Всем прекрасного вечера. И капитан Очевидность. Здравствуйте. Красавчик. Мы продолжаем донатить Warface. Лошарить Warface. Ну, лошарить, неважно, чего придирать за мелочи. Люди проводят свое удовольствие. Знаешь, как говорится, каждый... Вот именно, люди проводят свое удовольствие, а ты бабло спускаешь. Ну и я получаю удовольствие. Вру, не получаю. Ладно. Итак, у нас кейс Калашников. Новый. И тут прямо, тут Калашниковы. Очевидно. Мы будем сейчас их крутить. Я начинаю, как самый везучий. Итак. Опаньки. Блин. Ты даже близко не был, понимаешь, да? Подожди, близко не был. Мне всегда так говорят. Потом сама знаешь, моя рука золото убивает. Ладно, ладно, ребята, все будет тип-топ. Переживать не стоит. Вы знаете, Ракутагину везет на кейсы просто безумно. Раз в 10 покрутов что-то выпадает. Сколько стоит один кейс? 21 рубль. Твою мать, сколько ты купил? Я купил 100, но с моей скидкой это стоит 1680, а не 2100. Профит. Да. 1680 рублей. Шубу на это не купишь, извините меня. Не ну начинаю. На воздух это не повод их выпускать? Да, при чем тут воздух? Какой воздух-то воздух? Воздух так бесплатный. Так и выхлопа ноль еще будет. Воздух бесплатный. Правда, дышать им платно нынче. Маска 3 рубля, без маски штраф сколько-то там рублей. Так, тебе сколько кейсов поставить, дорогая? Все. Да ладно. Да шучу, тебе все равно ничего не выпадет. И мне ничего не выпадет. На кэп одна надежда. Мне 50. Какие нахрен 50 кэп? Кейсов пяток максимум. С твоей удачей, извините меня, не стоит. Дядя, я тебе килтек золотой выдал. Ой, да это было 100 лет назад, кэп. Знаешь, как говорится, раз в год и палк стреляет. Раз в год, извини меня, я Завика нормально играю, в конце концов. А уж... Давай, давай, сука. Не дало. Да чё не дало? Что ты дала? Да. Пошляк? Да не, я не пошляк. Я юморист обычный. Да. Да, хрен тебе. Вот так. Сейчас, ладно, ладно, на, дорогая, пробуй. Пробуй, пробуй. Делайте ставки, ребята. Что выбьет моя жена? Ни хрена, как и ты, смотри-ка, это семейное. Ну, как бы, знаешь, как говорится, с милым-то и в шалаше хорошо, правильно? Я не в том возрасте, чтобы наслаждаться шалашами, не находишь? Давай, крути. Так, ладно. Ну, давай, давай, да я там, знаешь, как близко был, я почти вошел уже, давай. А чё ж не получилось? Ну, не получилось, не везде же получается, не всегда, давай. Давай, 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 давай. А чё так долго-то? Чё так долго-то вот это всё? Я не понять не могу. Эти вот прокруты, это оно... нормально, как раз в моих глазах каждый раз крутится. 20, 20, почему 20, по 5 штук нельзя заказывать? Это самая нормальная тема, я считаю. Прям самая нормальная тема. Пяточек сразу кейсов, чтобы можно было открыть, они как коробочки. Бац, и всё ясно. А тут по одной крутишь. Не, я понимаю, есть такие люди, им просто интересно крутить. Да, это я. Ну вот ей интересно крутить. Мне вот это не интересно, мне интересен результат, наживо, так сказать. Нет, это же как киндер-сюрприз, ты не понимаешь, ты его крутишь и ждешь, что тебе выпадет. Да с киндер-сюрпризом вообще никаких проблем нет, там всегда говно какое-то. Там всегда какая-то безделушка. Ну раньше-то не было. Да? Ну раньше, раньше знаешь, много чего было, трава была зеленее, в Warface была нормальная игра, а киндер-сюрпризы, может, были получше. Меня в киндере, честно скажу, когда я был пиздюшонком, у меня интересовало только одно. Это шоколад, он там безумно хороший. Потом появились эти... Даже ребенком обычно шоколад интересует только взрослых, какой ты... О, так для меня это и есть главный приз. Старикашка с детства. Какой карика? А потом стали эти вот сникерсы, палочки вот спускать. Ой, сникерсы эти, киндеры. И я стал, короче, ими прямо зажираться. Вот. Потом... Слушай, мне даже сейчас интереснее игрушка, чем шоколад. С каким стариком я живу, боже мой. Каким стариком? Ужас, ужас. Не-не-не-не. Ребят, я похож на старика? Нет, ну может я не очень молод, но как бы в душе-то я вообще прям силен. Ну я уверена, большинство людей, покупающих киндер даже во взрослом возрасте, интересуются игрушкой, а не шоколадом. Ты там игрушки все нарисованы на коробке, когда берешь. Что там интересного? Там написано Барби, значит там будет Барби. Ракутаги, у меня для тебя плохие новости. Ты либо жруль, либо старикашка. И то не очень, понимаешь? Вот прям как с кейсами. Я тебя разочарую, и то, и другое вместе взятое. Давай, крути. Ну, мне, между прочим, тоже игрушка интереснее. Кэп, насчет тебя я вообще не сомневался. Я знаю, что ты мало того, что тебе тоже интереснее игрушка, так я знаю, что ты еще их коллекционируешь, а потом сидишь и играешься. Привет, Саша, привет, Таня, бля. Мужику, сука, 30 лет. Веселый ты парень. Хотя, ладно, как бы, у всех свои увлечения. В конце концов, мы с тобой оба играем в Warface, и это пострашнее киндеров, я считаю. Намного. А главное, затратнее киндеров уже выходит, понимаешь, да? А представляешь, что киндеров купить на 1680 рублей? Сколько игрушек, а сколько там киндеров? 16 штук получается. Они пипец какие-то дорогие стали, эти киндеры. Ну, по сотке, да, по-моему. Вообще жесть. Нереально. А, блин, а с другой стороны, сколько шоколада там? Да. Душевно. Слушай, это же на
надувалово. Пипец, да, какое надувалово? Вот это вот. Да киндер тоже надувалово. Там такие на коробке красивые игрушки там. И такие, и сякие, и чуть ли они там не общаются между собой. Там достаешь только заготовка какая-то беспонтовая за 2 рубля. Так, мы ушли в киндер и ракутаги. На что тебе вообще нужно из этого кейса, чего у тебя нет? Ничего, я не играю в эту игру. Я сейчас вообще не поняла, нахрена мы спустили бабки. Ну как бы освещаем новый кейс, людям-то интересно. То есть люди заранее видят, что тут шляпа, логично? Ну да, как бы надо предупредить сообщество. Ну а мог предупредить рублей на 100? Нет, шляпы тут, кстати, нету, чтоб ты знал. Тут в основном все крутое. А МБ офигенная штука золотая, правда, она у меня есть. Слушай, калаши, ну ты мог бы предупредить рублей на людей за 100 рублей, купить 5 кейсов, показать. Ну. Зачем 1600, сколько? Да потому что люди не будут по 5 кейсов покупать, скорее. Не, может и будут, конечно. Люди будут способки брать, кто хочет выбить. Они должны увидеть шансы. Ребята, шансов нет. Внимание, спойлер. Просто меня не хватает. Ладно, Кэп, возьмешь все свои руки и посмотрим. Но ты можешь, знаешь, сколько там штука ставь? Сколько ему оставить? Я ставлю 50, потом он покрутит. 50 штук! Да мы в жизни ничего, сука, не выбьем тогда. Пожалуйста, ну блин, я хоть кому-то что-то отдам. Слушайте, ну хотя бы фиолет уже, но ее просто, ну это совсем уже. А, с другой стороны, я и так отдам. Я подписчикам эти пин-коды, как всегда, закидаю в группу. В группу ВК подписывайтесь. Там я всегда пин-коды раздаю после того, как кейсы. Ну это совсем нагибалово, даже фиолет не падает. В ближайший месяц должен вспомнить, обязательно закину, обещаю. Еще, кстати, у меня второй канал есть, ссылка в описании тоже. Офигенная тема. Всем понравится там сталкер, и не только сталкер, и сталкер. А там мне все больше есть. Второй канал нравится. Второй канал нравится? Да. А вот я на него как бы ссылку сейчас и рекламирую, да. Ну давай, дорогая, ну что такое? Ну что это за один день? Ну как так-то? Ну. Все вопросы к мейлу вообще, не ко мне. Да к мейлу у меня уже вопросов нет, там все понятно. Вот сейчас все последнее, я отдам Кэпу, он 30-ник покрутит. У меня сейчас, кстати, в последнее время больше вопросов не к мейлу. Колодусом. Это. Ну все, я Кэп отдаю. Там жопа, Warface называется. Да сейчас, подожди ты, блин. Ковер для него. Двигай, это вот сюда. Это вот так. Давай, родненький. Я верю в тебя. Да. Смотри, фартанет с первого же. Кому-то же с первого ничего не будет, Кэп, как будто мы тебя не знаем. С первого. Хрена лысого у тебя с первого будет. Кому-то же из нас трех должно повезти. Да, никому. Не поняла, ты должен был ответить, дорогая, мне уже повезло с тобой. Чё чай, так, тысяча и одна ночь. Мне с ним повезло. Офигел, просто! Ладно, люблю тебя. Конечно, мне с тобой повезло. Да, с мейлом вот никому не везет, видишь, как бывает. Да я типа говна кусок, да? С тобой тоже, Кэп. Ну, братишка. Кэп, если б не ты по чесноку, вот этого бы всего не было. Бля. Куда я свернул не туда? Может, все было хорошо. Ладно. Кэп, я думаю, под конец либо ты, либо я все-таки должны ударить его тапком за все хорошее и доброе. Дорогая, ты не хочешь у него забрать? Нет, я уже тебе потом. Ну, ребят, ну фигня полная какая-то. Я не знаю. Пишите в комментариях, кто что с этого выбил. Я вообще как бы не густо, честно говоря. Да что-то не идет. Да нет, фиолет не упал, но это уже ни в какие рамки. Да, кстати, по поводу сталкера. Сталкер будет дня через два, я запишу все видосы по Warface, их всего должно быть 6, вот эти кейсы и 5 по ПТС, короче, пушки, нерв, снопа и карты. И, короче, все будет четко. Да. Слушай, как ты всегда ближе нас всех, ну, серьезно, к золоту. К золоту он ближе? Да, посмотри за статистикой. А, ну в игре может быть, по жизни не. Какое там золото. Зато его жена и шуба. Кстати, да, шуба есть. Давай, позлорадствуй. Шубы у них есть. Сейчас видеокарты стоят, блин, как шубы. Че ты думаешь, я шубу выберу? Старая видеокарта, фигни ты умничаешь. Да, даже та старая видеокарта, знаешь, сколько сейчас стоит? Шубу они захотели. На видеокарты надо копить. Отлично. Ладно, будет тебе шуба. Будет Селёдка под шубой, да? На Новый год. Я заранее предвижу то, что ты скажешь. Блин, молодец, отгадал. Не, а мне интересно, вот женщины, вы со временем так наглеете. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились, даже еще не женились? Вот вы свидетели. Все начиналось с духов. С духов. Кстати, вернемся к наболевшему. Так я тебе духи подарил и не одни уже. Одни. Теперь она, слышишь, шубу хочет. Года. Шубу она хочет. Че, неужели мы со 100 кейсов нифига не выбьем? Ты не привык? Нет, я привык, для меня это всегда сюрприз, сука. Подай вот любимую штуку тут. Какую? Вот ту вот, которая очень актуальна всегда в таких видео. А зачем ты мне, не надо ее подавать, она у меня сегодня будет, это я под контролем держу. По-бубам себе и поводи. Не надо. Почему не надо, это очень актуальненько в данной ситуации. Кэпчик, ну пожалуйста, Кэп, отдай моей жене, пожалуйста. Пожалуйста, отдай, отдавай моей жене, Кэп, бери. Реально, сука, по губам сейчас пойдет. Давай тебе 5 оставлю напоследок. Да, оставь, нет, не надо, я не хочу позориться, это вы виноваты оба, давай. Это офигел? Да тащите, давайте. Дорогая, у меня, главное, как завел меня в комнату, дорогая, у меня для тебя сюрприз, тебе понравится. Я раскатала губу, думаю, блин, что там может быть? Да, шуба там. С духами. Давай, крути, блин. Нет, я думала, он, наверное, сука, он цветы мне купил, съездил, а он мне говорит, садись.
Кэп говорит, проходи, я еще думаю, зачем тут Кэп? Что вообще за сюрпризы, когда тут Кэп? Пипец! Можно подумать, Кэп тут появляется раз в неделю, он практически не живет у нас. Как бы это прискорбно ни звучало. Это не фиаско, это вообще, вот реально, это по губам пиписка, а не фиаско. Ну что так, ну 100 кейсов, ну Мэл, ну блин, ну подкрутите что-нибудь, сука. Нет, ну окей, золота нет, ну уже хотя бы 1-2 фиолета со 100 кейсов. Ладно, конечно, ничего не надо подкручивать, ну блин, ну это была лайка. Почему не надо, я за людей, надо. Да, за людей, они мне подкрутят, у меня все будет валиться золото за золотом, люди побегут деньги тратить, потом будут писать, Ракутагин что за разводил его, не надо, не, пусть все честно будет. Висячка так висячка, нам не привыкать. Ну, зачем ты так говоришь? Вселенная тебя слышит и выдает висячку. У меня золото, я вытянул золото. Не может меня вселенная слышать, потому что Warface это инородный предмет во вселенной, как и игромаркет. Когда ты находишься там, вселенная тебя не ощущает. Давай, ну. Ты потерпи, на последние 5 кейсов стопудово ты выбьешь все золото. Ну. Сколько осталось? 10 штук еще? Ё, ну это вообще, короче, это можно увольняться. Ну давай быстрее. Ну давай пару золотых пушек, и мы в расчете. Если бы это так работало. Слушай, Warface, я тебе задонатил. И в благородство играть не собираюсь. Дашь мне пару золотых пушек, и мы в расчете. Давай до конца ты крути. Нет уж, ты должен взять на себя ответственность. Никакой ответственности, да я крутил там первый кейс в 15. Прошу, давай. Да? Да. Ну, сука, сейчас я сделаю это, давай. Сейчас мне мейл подкрутит, смотри. Сосиску подай. Да? На. Сейчас, подкрути. Да иди, не. Не маши этой штукой тут. Давай, сука! Да подожди, дай хоть чай попить. Я вас сказала. Меня эта штука раздражает, блин. Я тебе из таких шубу куплю. Сам шею. Сам сошью, да. Своими руками. Не обломаюсь. Слушай, хорошая идея для стартапа. Смотри! Вижу Ракутагина, вижу. Итого. Что итого? Подведем итог этого выкидывания на ветер. Мы в дерьме! Браво! Леди и джентльмены, другие подруги, я надеюсь, данное видео вам понравило. Оно сэкономило. Понравило, да, понравило, поздравило, понравилось. Я бы еще сказала кое-что, но это мат. А что за мат? Загадкой. Да? Поехали. Короче, мы отсосали. Сука. Впрочем, как и всегда, ничего нового, дамы и господа.